транспортная система в Чехии организована очень хорошо, грамотно и удобно. Везде передвижение для украинцев бесплатное по предъявлению паспорта, но лучше зайти в кассу и взять, оформить билет после того, как вы показали паспорт, потому что возможны нюансы. Первый же день моего пребывания в Чехии я показала на станции метро паспорта, а мне сказали обратиться на определенные станции метро и оформить Вильнюс-Лизденку, которая оформляется на 3 месяца для передвижения по Праге. Общественный транспорт в Праге, мягкие сиденья, чисто, людей немного, пользоваться исключительно удобно. И есть еще даже такое предложение, летачка называется, где бы я ни находилась, я ставлю свое местонахождение, вписываю, он прям предлагает, где я нахожусь, видит, отслеживает мое передвижение и показывает, как мне добраться из пункта А в пункт Б разными видами транспорта. А вот эти вот лизденки действуют в каждом из этих видов транспорта, поэтому это очень удобно, делайте это. Также в комментариях я прикреплю схему метро, там обозначены все станции, где можно оформить вот такие лизденки. И прикреплю все вот эти вот полезные ссылочки, чтобы вы их не искали. Я хочу вас попросить, если вы имеете какой-то опыт в этом, обязательно комментируйте, обязательно пишите в комментариях, потому что комментарии к этому очень важны. Информация меняется очень быстро, важно ее поддерживать на актуальном уровне и все время обновлять. Она может помочь очень людям. Да, вносите свои правки, свои изменения.